В то время, когда многие еще спят, Юрий Мещанов уже трудится. Рабочий день водителя маршрутного автобуса начинается в 5 часов утра. С этого времени и до вечера он за рулем. И в дождь, и в слякоть, и в метель. Тяжело, конечно, но работу свою люблю, говорит Юрий Иванович. Его водительский стаж более 40 лет. Я начал с Колхиды, с грузинской. Сейчас таких машин уже нет на свете. На КамАЗах работал более 25 лет. По всему Союзу мы Челны обеспечили, автозавод КамАЗ. То есть с завода смежников возили детали. На автотранспортное предприятие пришел 39 лет назад. Последние 13 из них он за рулем Нефаза. Когда пришлось сесть за руль пассажирского автобуса, были трудности. Все-таки до этого приходилось работать на большегрузах, рассказывает водитель со стажем. Но со временем привык. Сейчас уже на другой работе себя и представить не может. Сразу не привыкнешь. И пассажир дверями прижимал сначала все. Просто привычка нужна. Конечно. Это теперь уже 13 лет на автобусе. Ответственность, конечно, есть. Люди есть люди. Юрий Мещанов все эти годы ездит в основном по одному и тому же маршруту. И уже многих своих пассажиров знает в лицо. И они с ним при встрече любезно здороваются. Конечно, попадаются не очень вежливые пассажиры, но и с ними можно найти общий язык, говорит Юрий Иванович. Впрочем, как и на дороге, автолюбители встречаются разные. Но в основном автобусам уступают дорогу. Пользуясь случаем, хочу всех своих коллег, друзей, всех автомобилистов поздравить с праздником. И, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. И пускай всегда будет все хорошо и зеленый свет всем. Всех поздравляю, желаю благополучия в семьях, личного счастья и всего самого хорошего. День работников автомобильного транспорта в этом году отмечается 26 октября. Многие водители наверняка в этот праздничный день будут за рулем.